Поехали, да? Угу. Здравствуйте, друзья. У нас сегодня опять пленерный день. Нашу речку Трубиш. Сегодня пишем. Печка, смотри, цветы. Ага, здесь. Вот. Пишем передний план, второй, дальний. Все есть. Красота, и даже чуть-чуть храм, купола храма видны. Горят. Вот. Я, как всегда, начну с того, что намочу холст, чтобы он не сопротивлялся набору краски. Кисть вчера работала на озере. Это было цвета неба. У нее осталось. И вот поэтому она слегка тонирует холст. Но поскольку предстоит густая работа краской, то все это перемелится. Тем не менее, когда он уже чуть-чуть подпачкан, уже не так страшно с ним работать. Я думаю, каждый из вас согласится, что прямо стоит вначале припачкать холст. В качестве разбавителя у меня тройник. Тройник, с одной стороны, создает некоторую вязкость письма, скользкость письма за счет масла и за счет лака, терпкость письма, которая будет нужна во второй половине сеанса, тогда красочка станет за счет лака, и можно будет свежие мазки накладывать как бы сверху. Итак, небочка у нас. Небо у нас практически чистая королевская голубая, даже без небесно-голубой, ну, может, потом подлинию горизонта немножко для разнообразия подпустим. Плотность красочки нужна. То есть светлые партии любят густую краску. Еще нет королевской голубой, рекомендую ее завести. Она сродни разбеленному ультрамарину, но чуть у нее другие свойства, с которыми вы, познакомившись, согласитесь, что она прекрасна. Чуть темнее в воде отражение неба, чуть темнее, добавляю ультрамарин, королевской голубой. Особенно актуален этот цвет в воде. Прямо кричит он.
часть только лодки вышла. Вот так вот в течение дня подбираешь интересные элементы у натуры. Так, друзья, значит, смотрите, я в домашних уже условиях пишу, уточняю геометрии, поскольку на пленэре сидеть вырисовывать некогда. Вот, все в цвете взято, ну, буквально один к одному, как оно там было. Еще, конечно, существенный момент, то, что композиционной я на пленэре собрал работу к центру композиции. Уменьшилось расстояние вот это. Произошел разумный пересчет лодок. То есть не будет лишних лодок, скажем, вот этой лодки не будет. Вот. И мне дает возможность сейчас уже произвести уточнительную часть. Домашняя обстановка. Все эти фотографии у меня есть этого места. Но у меня взято в цвете. Самое главное, взято в цвете. И сейчас я могу позаниматься уточнениями со спокойной, не кормя комаров. И я вот, вы видите, лодочку прорисовал. Еще не закончил, но так накидал уже ее. Основные свет, тень. Мостик чуть-чуть тронул. Чуть тронул вот это место уточнительно, потому что было на пленэре набрано тяп-ляп, что тоже уместно. Вот. Ну, вот в этом месте захотелось немножко пописать. И продолжу выписывать и рассуждать опять и цвет, и ну, уже и геометрию. Вот я остановился на теневой лодке. Вот просто почкануть этим цветом, несмотря на то, что это зелень, она будет благодарна. О, кстати, здесь можно чуть-чуть натенить. Тоже угол плоскостей. Вот. Ну и, конечно, приглашаю вас в Переславль, где вот таких мест прекрасных, узнаваемых русских, милых, полно. Прошу.